Дома культуры Северского района продолжают обновляться. Учреждение принимает участие в государственной программе развития культуры. Азовский ДК получил 1 миллион рублей на укрепление материально-технической базы. Куплено новое световое, сценическое и звуковое оборудование. Теперь артисты ДК будут репетировать и выступать в комфортных условиях. В Доме культуры станицы Убинской проведен капитальный ремонт отопления, который долгие годы был печным. На сегодняшний день уже установлены радиаторы. Мы выражаем огромную благодарность и Адаму Шахметовичу, и Алексею Владимировичу за то, что они помогли нам вступить в эту краевую программу по развитию культуры. Конечно же, и Управление культуры оказало огромную помощь. Также хочется поблагодарить Министерство культуры за то, что они дают такую возможность маленьким домам культуры, сельским домам культуры принимать участие в таких программах для того, чтобы потом полноценно работать, встречать детей, видеть радостные глаза. Они могут заниматься в теплом Доме культуры, потому что здесь есть и отопление, и оборудование новое, звуковое. И все это благодаря вот таким вот программам. Огромное всем спасибо. В этом году обновления произошли и в Михайловском Доме культуры. В рамках национального проекта «Культура» для учреждения куплено звуковое и световое оборудование. Стоимость приобретения – 1 миллион рублей. В 2020 году власти региона выделили 156 миллионов рублей на капитальный ремонт сельских домов культуры Кубани. В список учреждений попал и Северский ДК. Мы бесконечно благодарны Министерству культуры, губернатору Краснодарского края, депутатам законодательного собрания за то, что Северский дом культуры получил 14 миллионов 280 тысяч на второй этап, на капитальный ремонт актового зала, малого зала. Будет проведен капитальный ремонт всего отопления, проводки, будут закрыты полностью вопросы по пожарной безопасности, будет современная система вентиляции и кондиционирования. Большую работу провело поселение подготовительную, естественно, и сейчас уже на данный момент увеличена мощность для того, чтобы мы могли полностью подключить современное и оборудование, и систему вентиляции и кондиционирования. Несмотря на то, что в этом году сделано немало, это далеко не все обновления, которые коснутся клубной системы Северского района. Многое запланировано и на ближайшие годы. У нас в следующем году на капитальный ремонт уходит Афипский дом культуры. Они тоже получают более 14 миллионов на капитальный ремонт. В 2022 году в рамках программы развития культуры капитальный ремонт планируется в Григорьевском доме культуры. И мы очень надеемся, что на 2023 год мы станем участниками программы развития культуры с Львовским домом культуры с капитальным ремонтом. Как только закончится карантин и будут разрешены массовые мероприятия, все обновления в домах культуры сможет оценить каждый, кто их посетит.